Да, руки хорошо. Полина занимается фотографией 3,5 года. Она с детства любила позировать, но не всегда была довольна результатом съемки. Да. Поэтому решила научиться фотографии сама. Первой моделью фотографа стала ее сестра. Мы очень много съемок вместе творческих провели. В общем, я очень благодарна Марине за это. А дальше пошли мои друзья, знакомые, знакомые знакомых, и пошло сарафанное радио. Я вела активно страницу в Инстаграме, и, собственно, обо мне узнала больше людей. Сейчас я работаю коммерческим фотографом. Полина изучала фотографию на разных онлайн-курсах по интересующим ее темам. Семейной и детской фотосъемке, свадебной фотографии и работе с цветом. Фотограф считает, что значение техники для успешной фотосъемки преувеличивают. Дело не в технике вовсе. Дело в том, что как мы умеем снимать, как мы видим кадр, как мы видим моделей. Вообще это гораздо больше значит на фотографии, чем техника. Как же фотографии Полины попали к редакторам известного журнала о моде? На сайте Vogue Italia любой фотограф может создать свой профиль. Один раз в неделю в него разрешено загрузить всего 2 фотографии. Такие правила. Потом редакторы оценивают снимки. Понравившиеся редакции журнала «Кадры» получают фирменный логотип и остаются в профиле. Полина ждала положительной оценки в течение 3 месяцев. Их постоянно отклоняли. Я смотрела, как отклоняют моих там знакомых тоже. И я не знаю, как так произошло, но вот именно эта фотография, она щелкнула. Она понравилась редакторам. И я была очень сильно вдохновлена. Я зарядилась этим. Я поняла, что я делаю свою работу не зря. И вот, кстати, на следующей неделе сразу же, наверное, вот на этом подъеме моем у меня одобрили 2-ю фотографию с моей бабушкой. Полина считает, что эти фотографии зацепили итальянцев своим колоритом, таинственными и загадочными женскими образами. Эта отметка редактора, она говорит мне о том, что я, находясь здесь, в Барнауле, могу сделать большие вещи. Я могу отправлять свои работы в другие мощные журналы, такие известные, популярные. Я могу здесь творить. Мне не нужно куда-то ехать, мне не нужно куда-то стремиться в другой город, чтобы там чего-то достичь. Я могу сделать это здесь, в нашем городе, в Барнауле. Сейчас Полина помогает начинающим фотографам найти свой стиль. Света. Подсказывает, как организовать съемку, вести соцсети и где искать идеи. Не исключено, что в ближайшем будущем мы сможем узнать имена новых авторов. Юлия Шламова, Алексей Михайлов. Новости.